Вчера я хотела написать о том, как устроена умная лента ВКонтакте, свои мысли донести, так сказать. Все дело в том, что с появлением умной ленты стало очень интересно так продвигать свои статьи, свою страничку, свой личный бренд. И некоторые как бы не понимают пока еще, как устроен алгоритм умной ленты. Я публикую разный контент. Это и обычные посты, да, средней длины, и так называемые лонгриды, то есть статьи, и длинные посты, кишка, короткие, просто картинки, даже без надписей, видеоконтент. Единственное, что я еще не публиковала, это, кстати, мое упущение, это гифки. Очень часто я также провожу опросы и различный игровой формат. Вчера так решила пробежаться по своей стене. Посмотрела, какие сообщения, какие посты набирают наибольший охват. Как минимум, то есть просмотры. То есть, чем больше людей увидит вашу статью, тем большее количество, возможно, ее лайкнет, если она понравится, да, оставит комментарий или репостнет. У меня есть свои догадки. Но чтобы вы знали, умная лента ВКонтакте, она показывает тот материал вам, который вы чаще всего лайкаете, комментируете или репостите. То есть, если вы чаще всего любите смотреть, например, видеоматериал, то когда ваши друзья будут оставлять лайки на какие-то, допустим, материалы с видео, то они будут отражаться в вашей умной ленте, писать вашему другу понравилось то-то. Вы наверняка замечали эти записи, они постоянно выходят на новостную ленту. Да? Если вы предпочитаете читать статьи длинные, и когда вы будете там, допустим, ставить лайк или репост, или оставляли все комментарии, то у ваших друзей, которые так же, как и вы, любят читать статьи, будут приходить в умной ленте, в новостях это сообщение, что вашему другу понравилась такая статья. Я пробежалась по своей стеночке и посмотрела, какие мои сообщения набирают самый большой охват. Вы можете также пробежаться, посмотреть. Некоторые статьи там более 1000 просмотров, некоторые, допустим, 700, некоторые 200. Я имею в виду свежие, да? Не те, которым уже очень-очень много лет. Сейчас быстренько пытаюсь перебежать светофор. Да? Так, секундочку. Ага. Ай, мамочки. Успела. Так, хорошо. Так вот, мне стало интересно, почему некоторые сообщения набирают 1000 просмотров буквально за день, а другие висят неделю и там всего 200. Я проанализировала контент. Контрастно. Пришла к такому выводу, что именно те, кто находится у меня в друзьях и в подписчиках, кто чаще всего ставит лайки, комменты, репосты оставляют, то какие же это посты? Поскольку я нахожусь в Улан-Удэ, то буду говорить именно за свою страницу, человека, живущего в Улан-Удэ. Это материалы, опубликованные после 21:00. Именно это время наибольшей социальной активности, когда люди, скажем так, вечером сидят после работы, после всех домашних забот, хлопот, могут посидеть, наверное, в интернете и более активно могут смотреть, читать, лайкать, комментировать, репостить. Во-вторых, это контент. Контент, лучше я заметила, заходит картинка. Ну, хорошая, интересная картинка. Горизонтального формата обязательно. Не квадратная, не вертикальная. Именно горизонтальный формат. И к картинке, чтобы шло, обязательно два предложения. Я заметила эту закономерность, потому что у меня есть некоторые посты, где одно предложение, три предложения, где абзац из нескольких предложений. Такая же, можно сказать, яркая горизонтальная картинка, но нет. И именно два предложения, две точки
и Путин. И вот у них в первые же буквально день-два более 1000 просмотров. Поэтому вчера я постаралась выложить именно такой пост. Заметьте, два предложения. И уже какой охват. Вот это пока мои мысли на сегодня по поводу умной ленты на моей странице. Если у вас есть какие-то свои мысли, делитесь. Всем пока!